Мы видим, что голосование в Харькове идет, то есть люди голосуют активно. Харьков был хорошо подготовлен к выборам. Своевременно были открыты все участки. Везде есть комиссии. Теперь мы только должны ждать результат. Та власть, которая продолжит те инициативы, которые были выдвинуты президентом с точки зрения мирного урегулирования тех процессов, которые происходят в Луганской и Донецкой областях. Поэтому я считаю, что, конечно, качество Верховной Рады должно быть лучше, чем было. Ну, надеемся, во всяком случае. Ну и, соответственно, я еще уверен в том, что все-таки депутаты поддержат те инициативы, которые были от президента поданы в парламент про децентрализацию власти. Я считаю, что все вопросы, связанные с мирным урегулированием военных действий, которые есть в Луганской и Донецкой областях, совместно и президент, и все депутаты, я думаю, должны наконец-то найти те ответы на те вопросы, которые еще не урегулированы. Но конфликт должен быть урегулирован. В первую очередь они должны подумать, как они будут работать, где работать, и как они будут общаться для того, чтобы мы те инициативы, которые были начаты, чтобы мы их продолжали, чтобы депутат не терял связь с городом, будь он избран по списку, будь он избран как мажоритарный депутат.